Итак, всем привет, всем моим друзьям, подписчикам моего канала. Сегодня 6 февраля 2020 года. Сегодня, друзья, я получил снова очередную посылку. Какая посылка, сейчас вы у меня все и увидите. Вот, друзья, на этот раз я снова выписал на свой летний сезон вот такие вот перчатки. Что о них хочу сказать? Вот такие вот желтые перчатки я никогда еще не выписывал. Цена мне этих перчаток очень понравилась. Ну, взял еще одни белые, выписал. И я, друзья, хотел бы порекомендовать вам вот такие вот перчатки. Неважно, белые они, желтые, цвет, я думаю, их никакого тут влияния нет. Перчатки кожаные. Не первый год мы используем их на своей пасеке. А чем они хороши, друзья? Я уже неоднократно раньше говорил о таких перчатках. Вот, видите, вот пара вот этих вот перчаток. Обратите внимание, вот этот вот материал очень толстый. Это идет двухнитка ХБ. А есть вот такие же точно перчатки, неважно, желтые или белые, но шелковая ткань. Вот та шелковая ткань для меня лично не подходит. Мне она не очень нравится. Она какая-то тонкая. Ну, порой бывает, пчелки разозлятся. Они бывают такое. То они пробивают через ту ткань. А вот эта ткань, она плотная, то пчелки через нее меньше пробивают. Ну ладно, суть дела не о этом, а суть дела о другом хотел сказать. Есть продавцы, друзья, продают перчатки, да, свои перчатки, и не указывают размеры. Вот перчатки и все, размеров нет. А этот продавец указал именно размеры. Размеры были у него перчаток XXXL большие и вот такие маленькие XL. Так как у нас с помощником не такие крупные пальчики, то мы выписали, естественно, XL. Перчатки нам очень хорошо подошли. Вообще замечательно. И как бы они в аккурат по всем пальцам уже. Бывало выписывал перчатки, но мы работали, там придут, размера нет на перчатках. А размер кажется большой. Ну, работали в перчатках. Ну, пальцы вот так вот, еще на сантиметр, может быть, на полтора свисали. Ну, конечно, это некомфортно. А вот когда уже выбираешь точно себе по руке, то, я думаю, и работать в них в перчатках приятно. Итак, друзья, на этом свой видеоролик заканчиваю. Там внизу будет ссылочка этого продавца по этим перчаткам. Если кто-то хочет заказать перчатки, пожалуйста, заказывайте. Хотите, купите у себя в магазине, либо пройдитесь по моей ссылке и посмотрите цену этих перчаток. Если хотите, заказывайте. Я, друзья, не довеливаю, я делюсь своим просто опытом, своей работой, как мы работаем, что выписываем для своей пасеки, какие препараты, перчатки, ну, в общем, все, что связано с пасекой, мы покупаем, выписываем, а я, друзья, с вами делюсь. Итак, друзья, на этом видеоролик свой буду заканчивать. Кто не подписался на мой новый канал, подписывайтесь. Там внизу рядом с подпиской имеется значок колокольчик. Жмите его, и вы всегда будете получать свежие новости с моего канала. Всем, друзья, пока и до новых встреч. Всем удачи. Пока-пока.